но не, может быть, даже не углублялась бы в позицию, что какой камень значит, да? А немножечко пошли бы мы к базе. То есть, смотрите, камни и минералы – это то, из чего состоит наша Земля, на которой мы находимся здесь сейчас. Это наш пол, это наша твердь, на которой мы осознаем все остальное. Возможно, это есть такие моменты, когда ты знаешь основу, да, но ты начинаешь себя познавать не с основы, а именно с того, что на поверхности. То есть, когда мы познаем себя, когда мы видим свои руки, вот ребенок, да, он видит там свои ручки, там, он начинает ползать, начинает что-то в рот тащить, все, что он видит, познавая этот мир. И только потом, когда мы с вами становимся более взрослыми во всех пониманиях этого слова, мы начинаем понимать, что у нас есть внутренние органы, у нас есть мышцы, у нас есть скелет. И он позволяет нам все вот это в скобе позволяет нам осознавать то, что есть на поверхности. И камни и минералы – это как раз та основа, тот пол, который помогает нам встать на него, чтобы осознавать все вокруг. Но давайте теперь вернемся к внутренним органам планеты, которые мы познаем.